Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами наконец-таки я, Стас. Поздравляю вас с прошедшими праздниками. 14 февраля, день Святого Валентина. Вилсаком, с праздником тебя забыл. Поздравляйте за меня, пожалуйста. 9 февраля, день пиццы. 10 февраля, день вина в Новой Зеландии. Круто, круто. И давайте же мы посмотрим наконец-таки обзор на самую клевую игру на PlayStation 4 на данный момент, GTA 5. Но прежде чем посмотреть эту замечательную игру, я бы вам хотел порекомендовать очень интересный канал про распаковки, обзоры игр. Ну, вообще класс канал сейчас. Канал называется AlexGamer138, ссылка в описании будет на этот канал. На канале вы найдете очень много интересных обзоров на игры, распаковки коллекционных изданий. Кому это не интересно, я сам снимаю распаковки, я вижу то, что вам это нравится. У него есть PlayStation 4 и ПК. Все, что я люблю, это PlayStation 4 и ПК, ну и, конечно же, айфоны с макбуками. Канал интересный, познавательный, развивает вас, меня. На канале уже более 2000 подписчиков. Как же мне до этого еще далеко. Переходите, ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь перед тем, как посмотреть наш с вами обзор на GTA 5. А с вами был Стас. Конечно же, вы видите, что здесь написано. Это требую GTA 5, мать его, за ногу на PC, чтобы все поиграли в эту замечательную игру. Смотрим обзоры, лайкаем, подписываемся на мой канал, подписываемся на канал AlexGamer138. Интересное название, 138. 138 лайков под каждым видео должно быть у меня и у него. Переходим по ссылке, все ссылки в описании, внизу ищем там. А с вами был Стас. Быстро смотрим обзоры, лайкаем и не выключаемся до конца. Кто со мной согласен, ребят, лайк быстро под видео и подписку на наши оба канала. Вперед! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Стас. После такого приветствия, которое у нас было, я думаю, вы уже поставили лайки, подписались на мой канал. А сейчас у нас будет обзор самой клевой игры на PlayStation 4 на данный момент, лучшего переиздания, лучшей игры 2013 года, GTA 5, которая все еще не вышла на PC. Давайте же посмотрим на ее, так сказать, скорость загрузки, потому что на PlayStation 3 она была достаточно долго. Здесь у меня секундомер, так давайте, на счет 3. Раз, два, три. Так, ребят, игра запустилась, она запускалась ровно 1 минуту 25 секунд и 55 миллисекунд. Это, в принципе, где-то секунд на... СМС пришло. Секунд на 20-30 быстрее, чем обычно на PlayStation 3 было. И давайте мы переключимся от Тревора к Майку, как всегда. Вы знаете мою любовь к этому персонажу? Вот что-то Тревора я не очень люблю. Смотрите, как быстро стало переключение между персонажами. Отлично. Это обзор, где я вам покажу, в принципе, все основные нововведения GTA 5. Как вы можете видеть, одно из основных нововведений — это более улучшенная графика. Я бы не сказал то, что она прям... Так вот, не знаю. Такая вот, тут у нас трейлер говорит, типа, да, мы начинаем подводку, у нас все необходимое подготовлено, место встречи. Не туда нажал. Я, ребят, извините, я давно не играл в GTA, я опять забыл, как включать радио. Вы же меня слушаете, а не радио, правильно? Итак, в данной версии у нас более улучшенная графика, вид от первого лица. Я его вам попозже покажу, не все же сразу. Вид от первого лица и также улучшенная графика, GTA Online 30 человек, вообще все клево, зашибись. Но то, что меня вообще очень огорчило, это дальность прорисовки. Вам сейчас, наверное, это не очень хорошо видно, но когда вживую смотришь, особенно... Вот давайте эту машину возьмем, все-таки GTA. Особенно, когда едешь по трассе до Сан-Андрес, это за знаком Голливуд. Там за знаком Голливуд начинаются голливудские холмы. А что я говорю, я сейчас вам покажу. Кстати, как быстро карта включается, вы можете посмотреть обзор на PlayStation 3. Там карта включалась очень долго. Вот когда едешь вот по этой трассе, вот по этой вот, то тут большие скорости. Дальность прорисовки вообще пугающе низкая. Буквально там... Блин, опять музыка. Реально, очень пугающе низкая. То есть, вот это меня расстраивает, почему на PlayStation 3 дальность прорисовки была вообще отменнейшая, а тут вот... Туда вот вы вдали можете видеть, даже пальмы не очень хорошо разглядеть.
Это минус. Это Rockstars схалтурили перед выпуском, конечно же, этой потрясающей игры. Еще они схалтурили на, так сказать, прорисовке объектов. Вот включим вид от первого лица. Вот, видите, какая некрасивая там ручка. Даже на, через камеру это выглядит очень некрасиво. Вид от первого лица, господа, ура, ура, ура. Это, конечно же, не превратился в шутер от первого лица. Игра изначально была сделана под третье лицо. Мы врезались нехорошо. И вид от первого лица, как такой бонус. Кстати, в этом очень удобно ездить вот так. Меня преследует там уже... О, боже мой! Вообще офигел, слушайте, ребят, ну-ка дайте-ка мы покажем, где раки зимуют. У нас же дороже, круче машина, это Audi TT. Так, фигня. Ребят, что-то прямо у нас, когда я камеру включаю, вообще, когда я обзор начинаю записывать. Ну ладно, это же не давайте играть в GTA 5, это же все-таки обзор. Вот когда будет давайте играть, там мы будем с вами давайте играть. Помните, у нас была такая хорошая, добрая традиция на PlayStation 3? А у нас была рубрика «Давайте играть в GTA 5». И когда я продал PlayStation 3 и еще GTA 5 не вышло, я так загрустил, потому что сразу же захотелось играть в эту игру. Что он видит? Слушайте, давайте-ка выйдем на дремную задницу. Ну-ка, сейчас мы, короче, пистолет ему. Опа, боишься, да? Все, иди отсюда. Вот так вот я пугаю наглых. Наглых фиговин людей. Вот, смотрите, какой у нас. Прыжок веры из Assassin's Creed. Единство. И давайте мы поедем. Потому что миссии мы выполнять не будем. Вот давайте возьмем эту клевую машину. Вообще классная. Скажите классно, ребят. Ставьте лайк за такую классную машину. Как девушка за рулем, такая классная машина. Опять я их нажимал. Музыку выключим, чтобы слышать меня, что я вообще говорю. И... Нам не туда бы надо, нам бы надо вот как раз таки в Сан-Андреас. Вот. Сейчас мы как-нибудь через этот заборчик все тебе здесь будем мешать. Еще, кстати, было нововведение, типа больше машин стало. Ну, мое личное мнение, машин стало не больше, а опять-таки меньше. Потому что иногда улицы просто пустынные, нету машин особенно. Вот вечером, утром. Ну, ребят, ну, люди на работу ехать должны, а машин нет. Или с работы, а машин нет. Это вообще не клево. Давайте вид от первого лица показывать вам. Это не клево. Также нововведение, то, что теперь в Лос-Анджелесе, по моей старой привычке буду называть его Лос-Анджелесом, идет дождь, но это вообще супер просто. Это выглядит божественно, лужи, машины намокают, сразу же управление становится совсем другим, новый экспириенс появляется. И я немножко приболел, ребят, как бы было так вот иногда говорить. Не очень хорошо. И вообще 3 недели мне не было ни халявы там. Я болел. Знаете. То есть машин больше точно, на мой вот такой вот личный, сугубо мой взгляд, больше не стало. Машин новые, да. Новые машины появились. Машины стали красивыми. Вот кому-то помощь нужна. Давайте поможем. Чем тебя выручить? Чем тебе? Чё тебе надо? Чё тебе надо? Проклятая тачка сломалась, подбросишь меня. Конечно, под... А чё тебе так далеко? Я сильно опаздываю. То есть, теперь мне надо за две минуты его подбросить на самолет на регистрацию. Офигеть. А опаздывать мне нельзя. Раз вам какой-то... Давайте играть. Так. О май гад, ребят. Какой-то очень такой экспульсивный человек нам попался. Так, ребят, ну... На дорогу смотрю. Вот такие вот, кстати, задания, они, по-моему, стали другими, они стали более интересными. Но в основном подбросьте там, или какая-нибудь девушка бежит на дорогу, помогите, заводит вас в какой-нибудь переулок, где там двое таких
афроамериканцев с пистолетами на вас выходят и такие, гони деньги. И, ну это как называется, ограбление вот. Не хочу я вас убить. Я просто не понимаю, как я его сейчас... О май гад. Как я тебя за 1 минуту и 20 секунд доставлю в аэропорт, а это другой конец города. 3 километра ехать. Я бы не сказал то, что Rockstar сильно схалтурили над этой игрой. Но из-за того, то, что обладателям версии на PlayStation 3 пришлось заново покупать ее на PlayStation 4, я за свои 2990 рублей, которые я ее купил, хотел больше. Потому что по современному курсу она вообще бешеных денег стоит. Она в PlayStation Network стоит 3290, как она стоила в принципе раньше. А диск купить, он уже стоит 3990, в некоторых магазинах я видел 4190, в интернете 3790, в общем, из-за евро у нас уже такие цены, то что, ну, игрушку за 4000 купить, ну, это как, знаете, ситуация с Sims, ты покупаешь игру за 1600, а потом к ней 30 дополнений по 1200, и зашибись тебе живется. Давайте мы выполним задание. Вы можете смотреть вообще, какая клевая игра. Моя оценка 10 из 10, безусловно, как и раньше. Игра клевая, знаете почему? Потому что в ней можно делать все. Я все-таки жду выхода GTA 5 на PC, чтобы все поиграли в нее. Но мне кажется, то, что не у всех компьютер потянет эту игру. Потому что вот мой компьютер, ее с требованиями, которые я посмотрел, он бы ее потянул на минимальных настройках вообще с выключенными тенями, а мой компьютер 2012 года, и тогда он покупался вообще недешево было, то есть можно было купить 2-3 консоли PlayStation 4. То есть он стоил реально много денег и уже не клёвый, ну окей. Неважно. И он бы сейчас бы GTA потянул у меня с графикой San Andreas. Ну это я утрирую, конечно, была бы намного хуже графика, чем сейчас мы видим на консольках. Ребят, покупайте консольки. Ну, я не понимаю, почему люди не покупают консоли, GTA 5 уже 2 года не выходит на PC, а консольку вы уже могли кучу раз купить. Все, мы довезли его. 100 баксов? Покупай акции Тингл. О, надо купить акции Тингл, ребят. Вот за это я люблю такие задания. Он нам сказал, какие акции хранения, окей. Он нам сказал, какие акции купить. Значит, они будут расти. Рынки. Выходим в рынки, ищем Тингл. Ищем. Только... Значит, они будут не в этой, не LCN, а вот здесь. Надо просто найти акции Тингл и купить их, и все. Очень много акций надо купить. Вот они, Тингл. О, они растут. Да, они сейчас по очень бросовой цене, по 6 долларов. Давайте купим, у меня немного денег, но я куплю все свои деньги. У меня их... Я всего 3000 долларов. Я на все деньги куплю акции. Да, 605 акций купили, ребят. Вообще клёво. Тингл, а Life... ну, короче, не растет. Не растет, как... Я могу сравнение сделать. Кстати, смотрите, реклама iPhone. iFruit 9RX. Вообще классно. Вид от первого лица опять. Ну, я думаю, все уже наслышаны по поводу этой игры. Я ее купил, сколько там, 3 недели назад. И вот только сейчас руки дошли сделать ее обзор. Вообще, я люблю эту игру, ребят. Я считаю то, что любители GTA в нее должны поиграть абсолютно все. Ну, хотя я не знаю, не любители GTA. Может, не любить игру, которая как в жизни, ну... Может, есть такие люди. Знаете, есть такие люди, которые в нее не играли. Давайте, только прыжок. Опять прыжок, мы сейчас, по-моему, в аэропорт попадем, да? Окей. Сейчас, боже мой, попали в аэропорт. И с нами тут сейчас будет гнаться полиция. Давайте самолет угоним. Чего бы нет. Войну. Кстати, как вы... Напишите в комментариях, как вы, если вы еще смотрите, отпраздновали праздник День Святого Валентина. Я не могу над этим не прикалываться. Валентина Петухова, всеми известного Вилсаком. Я кто не знает Вилсаком?
Я не знаю таких людей. У меня, в принципе, все знают. Вот такой гигантский самолет мы угонять не будем. А вот такой вот маленький, частненький, да пожалуйста. Там вот полиция уже. Сейчас мы, кстати, покажем. Помните, как в обзоре на PlayStation 3 я вам показывал вид сверху? Вот сейчас будет, в принципе, то же самое. Кстати, полиция приехала за нами и нас не увидела. Вот, давайте взлетим. Такой у нас тут будет небезопасный взлет. Уберем шасси. А, смотри, что-то просел. И, кстати, вы даже можете видеть то, что даже в кабине самолета Rockstar все сделал правильно. Мы падаем. Сейчас вы будете наблюдать красоту Лос-Анджелеса. Некрасивее, чем Екатеринбург, я вам скажу. Все-таки Россия красивая страна. Кто говорит, что они красивые, не надо мне здесь. Посмотрите, это вообще, это безумно красиво. Лос-Анджелес. Я влюбился в этот город, который Лос-Анджелес как бы здесь называется. Все мы, ребят, с вами знаем, я думаю, вы у меня подписчики уже тоже это, прошаренные в этой теме, это Лос-Анджелес. А в четвертой части был Нью-Йорк. И по сравнению с четвертой частью, это гигантский скачок вперед, потому что четвертая часть была такая вся мрачная, некрасивая. Хотя машины там бились лучше, я вам так скажу. Физика машин была в четвертой части просто великолепнейшая. В пятой она, ну, говёненькая. Вот такое я буду слово не литературное. Говёненькая. Вот. Ни в коем случае не пишите его в сочинениях. Говёненькая. А то ваше сочинение будет говёненькое. Вайнвуд. Голливуд. Надеюсь, вам видно. Голливудские холмы. Пролетаем над Голливудом. Тут такую песню бы сейчас какую-нибудь вставить. Типа нигерскую. Вот. Самолет все перебивает. И вот он округ Сан-Андреас, как GTA Сан-Андреас. О, давайте поставим самолет в экстремальных условиях. Я забыл силу поставить. Скажите, клево, я тут просто помолчу, потому что вот военная база. В какой еще игре? Ну, вы сейчас мне много игр назовете, вы же прошаренные. У меня мои любимые подписчики, которые уже успели, надеюсь, подписаться на мой канал и на канал безумно интересных распаковок, которые я рекламировал вначале. В общем, GTA, ребят, в это должен поиграть каждый. И я не знаю, когда оно выйдет на PC. Может, опять перенесут. Но если еще перенесут, это вообще уже будет неуважение. Вообще, ребят, кому она сейчас уже нужна? Вот, по большому счету, игре 2 года. Вот, реально, игре 2 года, и кому она уже за 2 года стала нужна? У нее офигенные высокие продажи. Но, скажите честно, когда она выйдет на компьютер, вы ее купите? Вы пойдете и купите ее за 2500 в Steam? Напишите в комментариях. Мне кажется, нет. Я бы не купил. Если бы у меня был компьютер, я бы сейчас вот подумал, положа руку на сердце, я бы не купил ее. На компьютер. На консоль, ну раз я второй раз ее купил на консоль, значит она меня чем-то зацепила. Но если бы я в нее ни разу не играл, прошло уже 2 года, я бы сказал бы, Rockstar, а не пойдете ли вы по пенсию? Я ее у вас покупать не буду. Я ее пойду на торрент и скачаю. Я вас не призываю так делать, ребят, это плохо. Скачивать игры — это вообще последнее дело, что может делать человек. Это воровство. Представьте, вы сделали что-то, и у вас его украли. Причем просто украли, там, не знаю, с интернета скопировали. Вы сделали... Вы написали книгу. Вы написали книгу, писали ее 1,5 года. Выложили ее в интернет. И у вас ее скопировали под каким-нибудь там, именем Петр Иванович Пиписяндра. Скопировал ее. Вот такое у меня сегодня настроение. И на этой ошеломляющей ноте мы врезали в гору. И, кстати, мы выжили, ребят. Все с вами. Я надеюсь, вы подпишетесь на мой канал. Поставите лайк этому видео. Обзоры, я надеюсь, вам нравятся. Распаковки тоже. И, ребят, играйте, пожалуйста, только в хорошие игры. А с вами был Стас. Всем спасибо. Я обожаю игру GTA.
И всем пока. Ребят, подписывайтесь, ставим лайки. Всех люблю. Пока. Забыл название канала. Рекламу снимаю.